Красотки мои, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться очень классным массажем. Называется он яблочный массаж, так как он делается из яблочек. И для такого массажа, девочки, нам потребуется одно спелое, вкусное, сочное яблочко. Его нужно помыть хорошо. Далее разрезаем напополам. И одной половинку нам, в принципе, достаточно будет для этой зоны лицо и шеи. И сейчас я вам покажу, как я его делаю. Много говорить не буду, ну что, поехали! Thank you.
Вот, девочки, я уже сделала массажик, видите, я такая красненькая немножко. Но это все пройдет, сейчас нужно будет смыть тепленькой водичкой и затем нанести сыворотку, либо же любимый крем. Такую процедуру, если вы будете выполнять 2 раза в неделю, вы свою кожу просто не узнаете. Настолько нежная, ну, прям как у младенца попа. Девчонки, всем рекомендую, всем советую, тем более, что яблочный массаж, он действует так же, как и фруктовый пилинг. Мы очищаем кожу и увлажняем ее, напитываем. В общем, все, кто не пробовал, я рекомендую попробовать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И всем хорошего настроения, всем пока!